Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами прохождение исследования Киберпанк 2077. Итак, мы приехали к Соулу, Панаме и Митчем. Делайте обход каждые полчаса. Митчем. Митчу. Чё тут у нас? Привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы он тут перед тобой покрутился. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все, ради чего мы приехали? Какая-то унылая у вас дискуссия. Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу. Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть в какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Да, интересно. Ну ладно, посмотрим. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными. Наглая. Мадам. Так, а дай я вот это заберу, тебе это не надо. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет настучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Так, и что, мы пришли? Снова пытались убедить Соло, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди. Чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, солнце. Угу. Кратко, четко и по делу. Без всей этой мрачной херни, которую так любят. Все как-то подозрительно хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха. Все, доволен? Ладно, я с вами. А, окей. Спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там?
Так, давай я с вами поеду сразу. Ну и круто. Поехали. Че резину тянуть-то? Все, сесть в тачку. Садимся, значит, в тачку. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Вспотели? Да иди ты. Че вы там заигрываете, что ли, мальчики, девочки? Милитех, ничего не поехали, глупки. Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашиваю. Спидометр у меня. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот виражи. Чё стоим? Поехали. В лагере точно не заметит, что вы уехали? Соло так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить, кстати. О, туса! А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения этой новой жизни. Свободы. Но его всегда отравляло чувство. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Мне тоже было тяжело уйти из семьи. С другой стороны, я редко оставался один. Это кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки. Я запомню. Да, понравился бы точно. Так, и что, нам долго еще ехать-то? Приехали? Нет. Или приехали все-таки? Да, четко. Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем по путям на 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Вокруг города так много заброшенных станций. Это принадлежало корпорации, которая занималась цементом. У них тут был перевалочный пункт. Они что, бросили локомотив, когда ушли? Он стоит здесь уже минимум лет 40. Со времен черного заслона. Тогда всем пришлось вернуться к старым технологиям. Локомотив работал на жидком уране, как подлодки. Тем более странно, что его бросили. Корпораты наверняка вписали его в графу оптимизации расходов. Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Так, код авторизации, значит, нужен. Ты что делаешь? Я уже открылся. Алло. Ого, вот эта скорость. Да, ты что думала? Я умный техник. Так, мусор. Собираем мусор. Пускай все разбирается. Опыт нам капает. Ой, тут молоко или что это? Топаем по лестнице. Да, разруха тут завалена конкретно все. Вам посветить? О, круто! Спасибо, парни. А чё посветить? Вот этот фонарик ты поджёг? Так и так день на улице. Я всегда любила поезда.
и станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... свободу. Будто можешь начать 1000 путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол! Что нам надо найти? Перфокарты! Что это? Прямоугольные карты с рядами дырок. Кто, блядь? Поможешь их найти? Само собой. Перфокарта. О! Здесь нет. Так, это мусор, все. О, даже бабосики оставляют люди. Ну ладно, заберем. Что, да врут-то пропадать. Чего? Ой, еще бабосики. Да что? Я вокруг обошел. Вот. Так, ладно, он нам показывает точка куда-то, вот сюда, вот. Так, так, так. Я, походу, ее нашел, я нашел. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту. Что дальше? Ее в ридер. Ну чего там, Ридер. Ви, вставляй уже карту. Да, блять, она только сказала, секунду прошла. Ну, попробуем. Ух ты, ух ты, ух ты. Иди посмотри. Да я вижу. Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. Да, о чем? А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я... прости, пожалуйста. Я не умею говорить про чувства и вот это все. Но мне не хотелось бы облажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог. И я боюсь сказать или сделать что-то глупое. И остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вот такая вот милая беседка. Да-да-да. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да, Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока.
Оба-на, как бутылочки встали в ряд. Интересно. Вид, ты не знаешь, где по нам? Без понятия. Чё? Каждый раз так, вот нет, чтобы сидеть в лагере. Когда ее видишь, передай, что я ее ищу. Ну, окей. Тебя ищут. А ей пофиг. О, уже тут разбили игрульку, музыкульку, играют, давай, развлекаются. Давайте присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Звезды появились. Значит, блин, до заката всего пару часов. Что ты так смотришь? Ты так паникуешь, будто ты первый, кто вышел против Соло. О, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученный. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Сол был прав насчет змеиного народа. Нужно оставаться независимыми, иначе вы разделите судьбу. Судьбу Бакеров? Мы и сами прекрасно справимся. Нужно только парочку хороших заказов. Чтобы люди снова заговорили про Альдекальдо. Поэтому мы сегодня и здесь. А если не будет заказов? Скорпион бы гордился. Так. Я попробую немного поспать. Тебя приглашаю к себе. Пошли, пошли, пошли. О, выпила. 100% сейчас пойдет. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Блять. Как-то вдруг прохладно стало. Че, как уебет? И правда. Ну, это мило. Может, тоже немного поспишь? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает. Ну и чё, так смотреть будем? Или ты уже спишь, Ви?
Да. А, вот. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Блять, нормальный намек. Я понял. Спокойной ночи, Ви. Осадила так осадила. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. А, все готовы. Рванули. Так не похавали, ну да ладно. На голодный желудок, блин, тяжко воевать. Так, и чё мы ждём? Пошёл, раненый. Давай, разгони его. Ого, он ещё и с грузом. Сцепка вот здесь. Мы близко, но скорость слишком низкая. Стреляй, Ларина, зашибись. О, поехали быстрее уже. Я их вижу. Отрежем их и окружайте. Блядь, заело что ли? Так, все, отрезали. Не, это все херня. Надо повыше. Так, минус. Да зачем я пошел-то вперед? Ладно, попробуем еще разочек. Сидел же на жопе ровно, надо было снайперку доставать и просто бэм его в голову и все. Ладно, сейчас попробуем еще разочек. Блять, ты заела что ли? Так, ну поехали, еще раз будем разъебывать их. Сразу наверх. Четыре. Нет. Быстро, быстро. Так, а меня типа дорога никто не видит, да? Нужен новый маршрут. Давайте быстрее! Быстро, быстро! Ого! Как мне граната
оно-то пролетело-то? Так, сесть в машину, идем в машину. Так, а где они? Два грузовика. Вот они, да? Это бандура, так бандура. Так, ладненько. Идем в тачку. Так, нет, не сюда. За руль меня не пускают. Еще рано. Ну давай, разъезжаемся быстрее, братаны. Так, теперь защищать нужно. Само собой, я же еще тогда говорила. Это что такое? Что сигналим? Ну, какие-то проблемы? Весело было. Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэнь. Так, а там, по-моему, полиция стояла, не? Или мне показалось? Блин, ну он реально здоровый, прям очень здоровый. Из двух частей состоит. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Так, а чё, скоро-то доедем? Воу-воу-воу, ты под колеса не лезь-то. Ну все, мы в лагере. Все спокойно. Доехали без происшествий. Сейчас будет, правда, Сол очень сильно ругаться. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Охереть. Вот это одна часть. А вот это вторая часть. Пойдем пообщаемся, что там. Где, где, куда? А, вот. Он сам идет. Злой. Что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам, они видны за много миль. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск? Мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Мич, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Мне кажется, семья на твоей стороне. Ага. И почему тебе так кажется? Я слышала только тишину. Они чуть ли не облизывались на этот Василиск.
Кочевники, значит, панциры. Панциры, значит, кочевники. Они за тебя. Ну, посмотрим. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Так, ну все, будем ждать звонка по нам.